Здравствуйте! В эфире новости на четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогой Иван, мы поздравляем вас и желаем быть счастливым. Никогда не болеть и даже в дни ненастья радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. Здравствуйте, Иван. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения! За листом календаря не один лишь день прожитый. И пускай за ним несется череда только радостных событий. Поздравляю, дорогой мой. Поздравляю я тебя с днем рождения. Удачи, радости желаю на твоем пути. Пусть сияет свет любви. С днем рождения. Поздравляю я тебя. Вы смотрели новости на четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч!